Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем батл. Для меня это сейчас очень интересная тема, ребятки. Вы знаете, я люблю слушать, особенно кого я не знаю, знакомиться с новыми артистами. Ребятки, Vibe Hunter и Шум. Поехали, друзья, пошумим. Ты участник марафона. Ты прикладываешь все силы, чтобы достигнуть своей цели. Ты на пределе, твои мышцы напряжены, вены вздуты, пульс учащенный. Иногда тебе кажется, что дальше ты не сможешь. И тебе хочется остановиться, чтобы сделать релоуд, передохнуть и начать все сначала. Но в этом марафоне останавливаться нельзя и двигаться нужно. Ребятки, да? Вы слушаете, да, что говорит? Как они нервничают, ребята, да? Исполнители. Марафон. Реально это марафон, ребятки? Марафон. Интересных патчей, да, ребятки? Интересных слов, ребятки, да? Давайте, ребятки, пошумим. Это, наверное, реклама какая-то. Ну пусть. Она относится к ним. Она относится. Но только вперед со скоростью 140 BPM. ВК-марафон. Тот марафон, в котором ты станешь победителем. Меня зовут Эдди Кингс, и вы смотрите 140 BPM Cup. Финал того самого турнира, в котором участвовали только самые техничные MC. Помните, ни слова о грамме, сделайте шума! Мы проводим этот финал при поддержке БК-марафон. БК-марафон — тот марафон, в котором ты стал. Ребятки, смотрите, как они одеты. Во всем черном, ребятки, да? Очки темные в глазах. На глазах, ребятки, почему? Чтобы смотреть на противника. Смотреть друг на друга, ребятки. Но чтобы они не видели цвет глаз, ребятки, да? Защищаться от соперника. Защищаться от соперника, да? Поехали, друзья. Станешь победителем. А сейчас я представлю нашего любимого диджея. Это диджей Бирдус. Шум на него. Бирдус. Участник справа, представься. Это не финал. Это возвращение бывшей суки за своими вещами. Прости, родная, я их отдал уже в секонд-хенд Мози Монтане. Хотя нет, одна вещь есть. Это твой ингалятор. Смотри, как твой последний шанс разбивается нахуй. Ух ты. О, ребятки. Круто у него, да? Начал сильно. Да. Участник слева, представься. Дима Шум, слово ЕКБ, город Екатеринбург, сука, блядь. Значит, первый это был другой человек, просто кого-то рекламировали, да? Я не поняла, ребятки, извините. Я могу ничем ошибиться. В конце выпуска победитель батла получит призы, в том числе подарки от наших друзей Бинома. А сейчас по итогам суефа начинает Дима Шум. Саня, врубай первый бит! Тихо-тихо, ребят, тихо-тихо, тут нормально вступление сейчас будет, давайте помолчим, блядь, йоу. Эй, эй, добро пожаловать, это Крайм Зоопарк, сегодня торжественный день, ведь сегодня открытие, и вход всего лишь 3 кэса рублей. Прошу вас, не кормите зверей, подальше уберите детей. Эдик, отойди, йоу, эй. Это Крайм Зоопарк, посмотрите на веселый зверят. Вот тонная лошадка, вот жалкий утенок, вот жалкий петух. Это все про тебя. Время животных пахнет, в этот раз мне будет тяжело. Навряд ли, ведь Эйс Вентура, знаю его по банке. Этот гадкий утенок сегодня крякнет, эй. И сегодня ваш хит, может, такой за них предъявит. Ребятки, начало замечательное, бодро. Да, ребята. Но бой будет, ребятки, нереальный, да, ребятки. Знакомство между ними произошло, ребятки, да. И происходит сейчас, молодцы. Да, боям, но на вяном огоню я не буду смотреть зубы, потому что это, сука, все заплея. Говорят, ты спустил меня с небес на землю, это так, то правда, но я спустился с небес на землю, только чтобы закопать тебя под нее. Let's go! Эй, проблемка, бля, ты сегодня открываю клетку. У нас орангутан беглый, он коснулся, орет, это та пена, бля. Дайте ему таблетку, он орет и лезет на стенку. Бля, диктатор, который поймал пенку. Диктатор, который лезет на стенку, объясняется, лезет на стенку, будто диктатор поймал белку. Трамп винит.
крепко начал. Ребят, крепко начал, да? Но пока таких нет, таких сильных таких, знаете, вот как сказать, ну, матиков я имею в виду, ребятки. Но крепко начал, ребятки, уверенно, уверенно. Позиция, место занимаем. Твоя позиция, колено локтевая. Край зоопарк, коптю мать, это край зоопарк. Все животные сразу убиты, мне поебать на красную книгу. Бой, край зоопарк, коптю мать, это край зоопарк. Все животные сразу убиты, мне поебать на красную книгу. Петух. Ну вот началось, началось, ребятки. Эй. Кстати, тебе передал Гоукила. Знаешь что? Пошел нахуй, Дима, блядь. Йоу. Эй. Восьмая миля. Каждый день как восьмая миля. Йоу. Эй. Восьмая миля. Каждый день как восьмая миля. Йоу. Эй. Ты прав. Никто не любит Пай Хантера. Но зовите понятых. Я насилую петы. Буду трахать так, пока все не полюбят. Колесо картуны пускаю по кругу. Молодец, хорошо. Классно читает. Классно, да. Классно, ребятки. Так, четко. И первый исполнитель тоже классно. Угу. Молодцы, молодцы, ребятки, мне очень нравится. Смешалки, а закончится твоим повешением. Даже если ты был черным, в шахте негром, для меня ты все равно был бы шумом белым. И жуткий тремор рук был у твоего акушера. Поэтому тебя укачивает бит, и ты плюешь свой флоу на сцену. Ты имеешь вес, только брони здесь. Ты имеешь вес, но с пьемом секс. Ты поднимался выше щеков. Когда на весы я ложил свой флоу. Боже, Дима, сегодня у тебя будет сложный выбор. Либо ход конем, либо ход хуем. И ты выберешь то, что сойдет полегче. Я показал все твои тексты в Джубили, эй. И он перевел их в комиксы. Народ, ну и что же вы думали? Там мемы всеобщей доступности. Понизил планку, нет, сделал понос. Но сам для себя, чтобы ниже скатиться. И столько ты там не пытался прогресс. Не видя даже контакты в линзах. Хуя ты дурак, колода пустая. Ты выкинул все свои Ну, ребят, молодец. В таком быстром темпе, да, молодец, показывать ребят. Технику. Ну, они пока на уровне идут, да? Да, ну такого трешака не было пока. Да, пока всё не культурно. Было. Но читают хорошо, да. И там же музыка, во-первых, надо же попасть в такт музыки, понимаешь? Если они пропустили, если они успели, все, они сбили, считай, да, понимаешь? Да, здесь дыхание надо поддерживать, да, и ритм. Да, музыку у них как она дает, конец предложения, чтобы они, понимаешь, вовремя читали и вовремя остановились. Это же не просто так она играет, музыка, ребятки. Вот он не успел, все, опоздал, все, он сбился. С такта, с ритма, ребятки. Озере, полиция, дикции, коп, ты уволен. Попрощайся со звездами, эй. Восьмая миля, каждый день как восьмая миля. Это мой шанс, не оставить шанса всем тем, кто во мне всегда сомневался, эй. Восьмая миля, каждый день как восьмая миля. Это мой шанс, не оставить шанса всем тем, кто во мне всегда сомневался. Раунд. Ох ты. Ну, ребятки, крепко. Крепко было, ребятки. Мне понравился первый раунд тут. Окей. Ребята, вы не поверите, но это был первый раунд. Чё, как оцените? Саня, второй бит. Яу, уже этим своим обоссанным флипом ты обоссал свои кеды. Гоукила перед батлом пожелал мне победы, блядь, уёба. Яу. Тихо. Нахуй, вайп тебе, мальчик, больше дайте мне панчи. Нахуй, этот вайп тебе, мальчик, больше дайте мне панчи. Нахуй, нужен вайп тебе, мальчик, больше дайте мне панчи. Больше дайте мне панчи. Давай, мы слушаем твои панчи, давай, пошел. Эй, как ты попал сюда? Говна кусок, пример ударного труда, без ударных строк. Если бы тут не было металла, люди бы стояли, будто восковые фигуры музея, мадам Тюссо. Что это баран несет? Неужели грайм это орать, ересь? Ты охуенно подаешь и кричишь. Ты хочешь врать? Нет, судя по лицу, ты хочешь срать? Давление дым, тужишься так, что все вены видны. Знаете, заходишь в общественный туалет, там все в говне, даже стены. И ты в этом виноват, где-то твой фанат там чихает во время еды. Но говорят, растёпай в хатер, и меня ожидает разъёб по фактам. Его патчи вызывают восторг фанатов, он философ, нахуй, про великую толпу. Ребятки читают, да? Хорошо, да, читает. Хорошо читает. Ну, немножко трэш есть у него. Он начал его, да, начал он его. Про приемы шахмат. И сегодня Сапанова взорвет, ребята, но запомни правду. Твой каждый батл не бомба, а бомба батл. Ты не андердог, урод не ваны. Слабенькие рифмы и набор баянов. Рифмуйные глаголы, нахуй войны. Вы че, все мироны? Ого, предъяло. Умеешь выделяться? Русский элемент. Реальный философ, просто диоген. И ведь беда тебе пиздец, точно. Ведь этот диоген не может без почки. Текст интересный.
интересно было, да? Интересно слушать тексты. Вообще, хорошо составлено. Вообще интересно слушать незнакомых, понимаешь, молодых людей. Мне да, интересно. Ну и незнакомые артисты, и послушать интересный текст. Ну, как что они придумали. Да, что они придумали, да, интересно. Ну, не, давайте дальше слушать, ребятки. Долбоёб, ты думал, то, что Гоу-Гилла тебе пожелал побед? Но ты сам читал целый раунд, то, что он лицемер, блядь. Ты чё, ебанутый? Я хотел киргизский плов, но его не дали. Опять передо мной пельмень ебаный. Я вытащу из тебя мясо без дыр, ты останешься уральским жирным тестом. Нету швали, нету травки, тебе привычнее раздуть свой эго. Ну хорошо, я принес на память бодибэк твоего размера. Не пытайся, ты здесь напрасно, твоя дикция Борис Ельцин под спайсом. Я бью за союз в 91-м, но упрямый лоб не терпел советов. Молдову Киргизию выкинул, это стадо бежит за лидером. Еще один диктатор из ЕКБ, нет, еблан, ты развалил СНГ. На втором этапе закончился антракт, поднялся железный занавес. Я показал твои слабые места, твои фэны почему-то в миксе и палите. Завис санитаром фан-базы, это как будто волки в лесу. Я за петунина здесь вырубаю, твой фальшивый дикий лес рух. Шум как-то встал, да? Не танцует, слушает внимательно. Он слушает внимательно. Напрягся, что ли, немного? Ну, а что напрягся? Он тоже ему сказал много, да? Чего интересного. Это ответка идет. Ну, считает хорошо мальчишки, да, молодцы. Мне нравится. Вообще, мне нравится знакомиться вот сам. Вот, мы никогда не знали, что столько рэперов есть. Нет, мне так нравится знакомиться, это вообще. И слушают это их интересно. Там, конечно, они много трешака говорят, ребятки, да. Ну, это такой вид деятельности, ребятки, что мы можем сделать, да. Это так должно быть, ребят. Ну, мне нравится. Ты сможешь сегодня тоже, я тебя напиздошу. Боже, как тошно, золотый чмошный. Гломанный стиль, я ломаю жестче, ебой. Мой контр-янский, он вошел в тебя, я разорвал на части. В тебе вайба нет, у тебя нету иски. В тебе грайма нет, но сиби по-английски. Раунд. Ну, как ты думаешь? Пока на, по-моему, да, на одном уровне, да? Согласна. Пока. Они друг другу подходят, да, по темпераменту, да, по профессионализму. Да, оба, да, между прочим. Пока вот выделить кого-то пока тяжело. Пока я не могу, вот я лично не могу пока, да. Пока на одном уровне иду, да? Как оцените второй раунд, ребята? Саня, врубай третий бит. Йоу, мне говорит про эго этот айбол, который после своего победы надо мной сделал обложку, где моя голова насажена на кол. Бля, просто пиздец, ты ебаный шизик. Победа надо мной, это было главное, блядь, достижение твоей жизни, сука. Эй! Саша Баранов, в русском грайме Саша Баранов, эй! Саша Баранов, в русском грайме Саша. Что ты можешь рассказать за грайм? Не смей при мне говорить за грайм. Я ебал твой протест, ты здесь, сынок. Моя мать романтилс, мой отец родов. Пляшу как бог, гашу лохов. Оставляю MC в дураках. Без смысла агрессивно орать и пройти в финал. Спроси меня как, но ты похоже не жилец. Забираю у тебя охотничий билет. Прошу тебя, не надо делать больше бантлорет. Если ты здесь царь, то, блядь, короче, я след. Нахуй надо делать замороченный куплет, чтоб порадовать, сука, ебаных крученных детей. Строчки на голову, 20 строчек и припев. Приведу примеры, если хочется пример. Как можно быть настолько уёбком, чтобы выдавать такие топовые строки? Волки верят в тебя, как тёлка в колготке. Тёлка в колготке, я хоть и не тёлка, братан, но тоже почти что-то верил в колготки. Сейчас это новая религия, и она называется тупой пидорас. Своими руками, не только дрочить, но и помогать маме. Ясно, почему он постоянно кричит, это стресс. Помогать маме дрочить, фляга, видимо, слегка свистит. Признайся, кит, это походу тебе Кизару написал за 6000 евро. Испанский спит. Это фантастика, мастер. Так вот сюда-то пробивался, ты фастер, чтобы читать. Как и будто на матрасе матрасишь, ты пробился. Разве что на кассе по газе и за краймом. Ты не прикрывайся на классе, я ебу тебя. Для меня это сраная власть, забираю себе все. Сразу без дачи, это я еще туда же, что ты касса не начал, сука. Мне звонила твой. Ну что, ребята? Для третьего раунда припас. Панчи самые такие серьезные. Это какой у нас раунд? Третий, кажется. Это второй же. Моя мама говорила голосом Кендрика Ламара. Она слезно умоляла. Bitch, don't kill my vibe. Пошла нахуй, сука. Эй, I will kill your vibe. Саша Баранов. Пошел нахуй, Саша Баранов. Бой, Саша Баранов. Саша Баранов, пошел нахуй,
знаешь, честно скажу, да, интересный, конечно, батл, да. Ну, как-то злость не ощущается такой серьезной, нет, да? Нет, подожди. Хорошо они, конечно. Я не вижу секретов. Было тут парочка секретов. Ну, по-моему. Ну, а все равно не так их много, да? Вот именно секретов, понимаешь? Ну, даже секреты из прошлых батлов, они все в общем доступе, это не такие секреты, которые никто не знает. Я секреты люблю. Пока их немного. Ну, конечно, мы только знакомимся еще, ребятки, знакомимся. Мы еще не знаем их, ребят, понимаете? Я вот сейчас не могу сказать никому, кто лучше, кто хуже. Ребят, не могу. Мне кажется, они по стилю друг другу подходят. Да, потому что, ребятки, я только с ними знакомлюсь. Да, ребят? Ну, матик есть, конечно, ну а что, как без него, ребят? Ну, есть. Но это же батл должно быть. Да, но у этого больше матика. У Шума, да? Да, да. И он немножко, чуть-чуть, мне кажется, как-то у него пожестче. Да, поагрессивнее, по-моему, да? Йо-йо-йо, подожди, стопори. Йо, уже финал, значит, братан, пора выпускать Кракена, блядь. Давай, Кракена, нам интересно. Финал. Ой, это же этот, Сэй Мяу. А, или Ю Мэйд, или как его там? Это чел, короче. Врубай битлом, зернят. Иллюминати флоу, говоришь? Ну ты пиздобол, блядь. Ты пиздишь, как дышишь. А ты хуёво дышишь, блядь. Яу. Эй, ну чё, тут нужен декодинг, братан. Сейчас разберёмся. Эй. Сколько фильмов ты посмотрел? Эй, сколько обзоров ты сделал? Что же понравилось больше тебе? Враг, прибытие, интерстеллар. Всем молодым пояснил за фристайлы или ремиксы, но пригодится. Где приколюхи по типу шот-гейм? Где это все, Дима, просто ответь. Я не понимаю, ну какого хуя, парень? Мы с Андрюхой на ютубе тебя что-то не видали. Батлы, треки, ну а где декодинг? Где гроза всех терминологий? Светишь и блок, но не просвещаешь. Ты не эрудит, ты тупой мещанин. Все печально, хотя нет, постой. С Иллюмейтом есть общая роль. Ой, это разборы бифов. В мире грустит сейчас один гоу-килла. Вместо него ты задисил Ислу. Плюс ко всему не вывез киргизский. Твой логотип — это не твой логотип. Это треугольник культа масонов. И мне оттуда сегодня звонили. Вайб, разъебись, самозван. Ну ничего, да? Угу. Ну, Vibe Hunter танцевал, поддерживал Шума во время его выступления, а Шум молчит, как-то не очень реагирует. Он язык вытащил, язык показывает. Ну, типа, давай. Давай дальше, говорит, я слушаю. Снова, и я по-любому тебя выкину. На самом деле, ты не жирный, тебя распирает свое самомнение, потому что только тут никто, кроме ебаната, никогда не назовет себя иллюминатом пулемета. На готове заряжаю свой флоу. За кинцуги по-любому будешь получать упор. Класс масона положил на кубок, но лучше на очко натяни его, сука, блядь. Они обсуждают, да, кто как читал, кто какой трек, что, что выпустил, и кому нравится, кому не нравится. Ну, вот такие, да, у них темы. Ты чё, братан, мы его разъебали, пошли, блядь. Ребята, это был третий раунд, чё, как оцените? Вы думали, это всё? Нет, это не всё. Саня, врубай четвёртый бит. Как-то я не поняла, в одном раунде у них вот... Я что-то вот это не поняла. Ну, это финал, видимо, здесь больше, чем три раунда. Нет, четвертый бит. Это четвертый раунд, что получается? Да. Яу. Пиздатый концепт, братан. А? Но все очень просто. Если бы Иллюмейт разбирал твои хуёвые текста, мы сдох от передоза, блядь. Яу. Братан, в натуре, нахуя после байбекет надо мной ты сделал эту ёбаную обложку? Ты чё, поехавший? Моя голова, блядь, на кол массажа. А то я, блядь, реально в День Победы отмечал, блядь. Вайбом пропал. Окей, хроники Нарнии, true story, ребят, check it out, yeah. Ты написал у себя на стене, фанаты Шума, не добавляйтесь ко мне. Типа он элита, эй, и ПВК для других людей. О, Саня, так нельзя, что за особенные люди у тебя в друзьях? Вас наебали, как бы сказать проще, у нас с ним друзья. Косарь общих, то есть отдельно взятый косарь. Он избранный, да, и шарится вайб. О, вайб-хантер, круто, чувствуете, да, запахло туркой, бля. И слезы, и смех, это твой самый серьезный успех. И походу это победа, это причина, по которой он ебется вообще. Типа, парень, ты хочешь вайба? Залезай, я завиду в майбах. А ты точно победил Шума? Да я точно победил Шума, раздевайся. Алло, не могу говорить, разъебал Шума. Давай позже, стоп, это ты мне сейчас позвонил. И это в натуре тревожный звонок. Ха, если мой хайп сделал молдаванин, то твой хайп сделал тво, никто. Я бы не назвал это хайпом. Эй, слышь, ебаный зазнайка, я сажу тебя быстро, ты рано врубил чемпиона. Я заварил этот чай, кисло, ты как на ватный смартфон.
бандовый 4. Все равно, да, вот этот вот шум, да, он поагрессивнее, да? Поагрессивнее будет немножко, да? Да, но выступление и от характера, конечно, зависит, да? Угу. Какой характер у человека. Да, да, он более, более агрессивный. Это да, большая роль тут идет. Ну, пока вот ну, какого-то прям негатива пока не было. Да, то есть, слушать я приятно. Как-то их на одном уровне пока вот воспринимаю, mm-hmm. вот, между прочим. Может быть, это знакомство только какого-то поэтому... жуткого негатива не mm-hmm. чувствуют друг mm-hmm. друга у них. Лимона, ара, ЧСВ, я твою мать, это ЧСВ. Ты не делаешь грайм, ты не делаешь рэп, ты делаешь рэп через свет, петух. ЧСВ, я твою мать, это ЧСВ. Ты не делаешь грайм, ты не делаешь рэп, ты делаешь рэп через свет, петух. Петух. Агрессия пошла довольно. Ну, как-то не со злостью почему-то. Вот, вот не получается как-то такую атмосферу прям злобную да, состроить да, здесь. Да, как такого вот нет. Да, мы слушали с тобой. Мы много послушали, иногда, конечно, прям. Да, да. Ну вот большая агрессия у этих, у батлистов, которые без музыки. На версии все, которые. О-о-о, да. Там, конечно, мама, не горюй, да? Здесь немножко помягче. Помягче, да. Ну и поприятнее смотреть. Яу, прошлый год петуха и так подарил тебе уже много любви, мальчик. Поздравляю, блядь, но в этом году тебя еще выебут по собачьи, блядь. Яу. Вырос как биткоин, ты еще не понял, надо так и вырос как биткоин. Вырос как биткоин, Яу. Я сказал, бородатый бомж, что я вернулся, но это Димон еще полбеды. Хованский тебя перепутал с Нойсом, и дал по ошибке тебе пизды. Ты ебать его всех, это что за угарно, забей свою флейву, три топора. Возьмите Максима и Витюака, валите из рэпа, валите лица. Твоя музыка имеет оживляющий эффект, даже Дига уже встал, чтобы вырубить твой рэп. Лил Пип недавно проснулся, чтобы задиссить тебя на русском. За рекламу мерча и блат, я благодарен, ждите релизов. И возможно уже через год ты попросишь у меня франшизу. Ты не сил голод, ты просто симптом, тут я фигура лопнет, тут снова панчи без тоны, мальчик без толку. К черту бит стоп, заканчивай гонку. Ведь против меня ты беспомощный, даже Шумахер стал овощем. Мораль такова, ты полез не туда, ну а здесь ты просто позорище. Эй, я такую преску, на тебя шлюки поставили девственность. Какие ты поставили зубы, что было дальше, сам подумай, пиздец. Советуют злиться, мол, Дима непроходимый тупица. Из-за тебя даже весь ВСР, но сегодня вибу от всех. Оу, ты еще не понял, рвать на битах это мой биткоин. Ты еще не понял, на битах я вырос как биткоин. Ты еще не понял, на битах я вырос как биткоин. Ты еще... Красиво рэп читает. Mm-hmm. Прям его направление. Да, да. Красиво. Тоже, органично думаю. Так. Да. И как-то вот у него... Легко получается mm-hmm. это. Я вот тоже об этом подумала. Вот сейчас сижу и думаю... Не, серьезно, да? Вот как-то вот все равно он... Иногда бывает, и рэпер читает рэп, прям тяжело ему, сложно. Вот... А он прям да, играючи, да. Да. Вот этот вот... вот этот, да, молодой человек, шум. Да, шум. Он пожестче. Он повзрослее, по-моему, да? Да, пожестче. И там больше вот этого мата, да? А этот как-то чуть-чуть помягче, он читает. Более прям... игриво. Угу. Да. И нет агрессии такой, да? Скажи вот. Такой нет агрессии как-то в его чтении, да? Что, не понял? Знаешь, что пошел нахуй, комик, блядь. Раунд. Он читает как-то играючи, да, реально, да? Играючи прям. Нет такой злости, он просто играет. Понимаешь, это вот действительно, да? Yeah. Друзья, друзья, это был четвертый раунд. Чё, как оцените? Как ты думаешь все-таки? Вот, ну, ты как думаешь? Ну, опять же, у меня мнение не изменилось. Они, да, действительно, наравне пока. Да, мне тоже пока. Пока нет. Я не могу пока вылететь. Выделить кого-то нет, нельзя. Нет, не могу, нет. Это вот первое наше, да, вот впечатление. Я не могу, действительно, да. Может, сейчас дальше будем слушать еще? Аня вырубает пятый бит. Пятый. Этот уебок не скрывает радости. Ты еще не понял? Ноунейм и Чейн не взяли тебя нарвать на битах из жалости, блядь. Пора лимпеть, ебаный, йоу. Окей, окей, сейчас эпичная хуйня, ребят. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты МС, ты работал 7 лет. Спусть хейт, неудачи, идущий к мечте. Окей. Тогда послушай вот это. Йоу. Эй. Это не батл по фактам. Это факты про батл. Не рассказывай, как ты работал. Тут у всех одинаковый страгл. Поднимался и падал. Все эти знаю этапы. Или ты думал, что ты один пробивался с однапа? Да остальные тут места раздавали по блату. Ха, это дешевый трюк. Жаловаться на свой... Ты правильно говорит, да, все? Все стараются. Да, все немножко другое звучание сейчас у шума. Угу. Другая атмосфера. Угу. Он уже по факту, да? По факту. Дешевый путь, а я делаю с
дело, которое я люблю. Я благодарен небу, что еще не труд. Ну давай, поведай мне хоть что-нибудь, не? Ведь цена у проблем твоих грош. Никому не интересно, через что ты прошел. Важно, зачем ты идешь или бежишь. Ведь это долгий марафон, напомни об одном. Ты дури не заметил один ебаный прокол. Ведь даже насадив мою голову на кол, ты рановато раскидал банты. Классно рэп читает. Молодец, тоже да. Круто. Молодец, молодец. Победитель, ведь тебе нужен был я. Хотя бы даже в роли головы на картинке. А ведь вспомни, ты был на пике. Если ты побеждаешь, вечная слава. Закроешь медалями грудь. Если я возьму кап, все нормально. Вот мне нравится, когда меньше мата, да? Ну это у всем, наверное, мне нравится. Вот сейчас он по факту его делает. Я продолжаю свой путь. Если батл война, то я тебе всегда готов помочь. Йо! Будто Америка Афганистану, ведь ты стреляешь за мой счет. Это не батл по факту, это факты про батл. И еще один факт в том, я делаю это не ради награды. Я не знаю, о чем ты, поехавший даун, какая толпа и фанаты. Все, что есть у меня, микрофон и биты, я шагаю в туманное завтра. Кто что на старте, говорил, он аутсайдер. Говорит снова аутсайдер. Погоди, ведь пока в зале фонари горят, я в порядке. Делаю то, что должен, делаю, что в этой ситуации верно. Я написал эту последнюю страницу сегодня, чтобы завтра оказаться на первой. Браво! Мне вот этот понравился. Вот. Интересный текст был, да. Да, интересно было послушать. Да, интересно, и мата меньше. Угу. Все равно я мат не очень же люблю. Ну, вот мне понравился вообще. Тут уже, знаешь... По факту все. По факту, да. Как они, что они делали, чтобы такой величины, вот, ну, такого, на такой уровень подняться, да, ребятки? Они уже по фактам говорят, да? Время песок, а мы строим песочные замки. Мой талант в Алькатрасе давно, ведь он застенчив и замкнут. Но я вдохну в него жизнь и реанимирую душу. В вашем внутреннем мире, как бы сказать, слишком тесно и душно. Не за комменты в теме и респект от шкала ты. Несем идеи в массы и толкаем свой посыл. Второй батл с тобой, Димон, это верх графоманства. Проиграет не слабый, а тот, кто заебался. Эй, мне давно не по себе этот круг. Якобы наш Колизей и обрук, дабы выживать на бите не потух. Яркий огонь, что горел, как же сделать так, чтобы хобби сразу стало здесь микрофоны, чтобы за каждый куплет пошрали. Каждый трек будто мутный шлягер. Бой, кто здесь за хайпом? Ёб твою мать, да все за хайпом. Я за хайпом, ты за хайпом. Почти для всех далеко не тайна. Обратное пишут лишь малолетки, либо паразиты на маминой шее. Кто никогда не тратит свои нервы, где заработать и купить дешевле. За свою мечту, что ты можешь дать, либо все на кон, либо выкинь майк. Многих МС погубила рутина. Быть-то пуха отнимает стимул. Успех? Что такое успех? Это всего лишь процент таланта. Все остальные 99. Здесь у них уже не просто оскорбление друг друга, да, здесь немножко философия, рассуждение, да, о жизни. Да, интересная часть. Да, рассуждают. Интересный раунд. Да, интересно, рассказывают, да, все. Да, здесь уже повыше уровнем текста. Да. Я и пасу, как папа Карла. Меня не понимали, но я делал то, что надо, потому что никогда. Как они на такой уровень зашли, понимаешь? Чем они занимались? Вот они об этом рассказывают, да, ты права. Я не бегаю за стадом, улетели те года, что когда-то мы мечтали. И сегодня наяву мы чего-то выясняем. Мы бьемся за место под солнцем, которое скоро потухнет. И я рад, что нам удается раскрашивать серые будни. Раунд. И музыка красивая была, да, в этом мне раунде. Мне раунд очень понравился. Ребята, это был пятый душевный раунд. Как оцените? Душевный. Саня, врубай последнее битло. Шестой раунд, да, чуваки, шестой раунд. Ну как, что будет сейчас? Да, Саня, это было очень душевно, но мне придется это сделать. Я... Сейчас надо будет... Матершинный раунд. Мне, говорит, придется сделать, сейчас, наверное, будет трэш. Я еще не заплакал. Это твой финал. Это твой финал. Это твой финал. Ты в блестящей форме, лезешь наверх, настоящий воин. Все наблюдают за горячим выступлением, и твой номер тут каждый помнит. Кроме тебя тут скучные шланги, но если ты здесь, вечер получится жарким. Это не комплиментарный раунд, просто ты ебучий пожарный. Край пожарный, я так и знал, и когда кто-то отжигал, я сгорал от стыда, но твоих ждал строчек. Я знал, ты отмочишь, и ты заливал. Конченый мусор мне даром не нужен, ну да, мне вот нужен. Я подожгу его и выебу твою суку, пока ты его тушишь. Yeah.
начинаю все сначала, пиздец. Я... Это твой финал. Вот видите, ребятки, что-то произошло, да, ребят? Он опоздал, может, во времени именно попасть в эту часть, понимаете, музыки. Видите, все по-новому, ребятки. Или ошибка диджея. Большая роль играет эта музыка, ребят, понимаете? Вот, пожалуйста. Это твой финал. Это твой финал. Ты в блестящей форме, лезешь наверх, настоящий воин. Все наблюдают за горячим выступлением, и твой номер тут каждый помнит. Кроме тебя тут скучные шланги, но если ты здесь, вечер получится жарким. Это не комплиментарный раунд, просто ты ебучий пожарный. Грайм пожарный, я так и знал, ведь когда кто-то отжигал, я сгорал от стыда, но твоих ждал строчек. Я знал, ты отмочишь, ты заливал конченый мусор, мне даром не нужен. Ну да, мне вот нужен, я подожгу его и выебу твою суку, пока ты его тушишь. Эй, толпа шлюха, вау, вот это откровение, браво. Но она шлюха для тебя лишь потому, что так много лет она тебе не давала. А как только дала, ты будто, блядь, павлин расправил крылья. А тебя этот лох поверил, эта шлюха подарила тебе Конорею. Я ванных детей, говорят, что я слабый пацик. Говорят, мол, ты на бедах корифей, а я обосрался. Тогда мы попали от ссылку, эй, пошел бы ты нахер. Меня тащили весь сезон, а сегодня мне за это еще и заплатят. Вот эти моменты умеет хорошо делать, да, вот, когда он какую-то часть читает, и потом только взрыв эмоций у него, да, вот, это не каждый рэпер так умеет делать. Да, он прям, сейчас мы закрепим, потом, как, да. Мы считали пасть, эй, все, гори-гори ясно, вот твой финал, не это умок, ну давай, хули ты молчишь, подавай, теперь, сука, не хорошо, что, опять не получилось, что ли? А, ответка была. Ну что, уже пора заканчивать это ебаное дерьмо. Эй, эй. Я. Эй, эй, эй. Ты продал свою душу и легкие за этот чертов финал, блядь. Ну что же, дьявол здесь, пора платить по счетам. Я. Эй. Ребята, очки снял. А второй Ашум не снял? Этот нет, очки снял и шляпушку свою снял. Капюшон, ребят, посмотрим, да? Мне интересно смотреть на него вот, без очков. Видишь, он уже хочет контакт. А вот так. Они жарили коней, барбекю на углях, теперь сами на огне. Ведь я тобой ад хранит Бафомет, пиздел ты, Дима, и ты прав, я храню тебя. Вот могила, это без шансов, хочешь реванша, тебя наебачит, мол, не отважды. Если займешь мое кресло, ублюдок, оно станет электричеством. Ребят, тоже снял очки. Он в линзах? Зачем? Вайп-хантер. Вайп-хантер в линзах? Как понятно, откуда я знаю? У него глаза как будто красные, тебе не кажется? Ничего не кажется, ты что, не линзы? Смотри, тоже снял. Угу. Давай, говорит, контакт, контакт. Есть контакт, говорит. Стулом ЕКБ, столица спина, стыдно сдавать кровь на фрешбат. Вот а ты хотел Мирону так сильно. Ну вот же точно, красный. Точно, красный. Вот он молодец, он интересно придумал, подготовился, да, шоу устраивает. Молодец. Ну ему глаза мы больно. Да нет, это же специально. Кто не сказал, он все трогает зад, и ты шагаешь в мечте. Эй, всех оппонентов вертел, эй. Но сегодня споткнулся и план, здесь яма на бите. Упс, это высоко, уебок, но чем выше, тем меньше кислорода. Прыгай вниз, тут исход летальный, твой врач не станет вторым дыханием. Я бой, дайте Диме релоуд, чтоб астматик перевел дух. Где ты умираешь за одну минуту, мне недостаточно дальше двух. Бедный пирду совсем заебался, от релоудов он стер твои пальцы. И тебя мучает дикий склероз, много раз заново ты хуйню нес. Кого ты пародировал, ибо Чупатина, у тех МС есть крутые фишки. Тебя повторять никто не пытался, ведь по факту ты серый лишний задрот. Рэп по учебнику, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Написать анекдотов побольше и думать, что это успех. Образ прочный, я рву на клочья, врываю кипеням хилый позвоночник. Врач говорит, наконец, на битах, мы не увидим сраный стендап. Я мотиватор для тех пацанов, кто верит в себя до последнего. И ты демотиватор, где шутка и черная рамка, твое наследие, фрик. Наши батлы отличаются тем, запомни это, сан и маразматик. Это не твой патч, я придумал, пошел нахуй, мне еще это заплатит, блядь. Раунд. Значит, он говорит, я, говорит, принял бой, говорит, да? Очки снял, давай, глаза, контакт, да? Опять одел, сейчас что будет дальше? Ну что можно сказать, ребята? Вот это финал, вот это я понимаю. Как оцените?
Интересно, а как оценят судьи? Первый судья. Ну скажи, вот как ты оценишь их? Очень тяжело. Кто первый, кто второй, вот скажи. Кто победит здесь? Да, да. А ну, ты скажи. Как думаешь? Я думаю, Шум победит. Да? Ты знаешь, я им... Я, может, Шум просто человек, более агрессивный был. Да, может быть. Я только познакомилась с ними. Угу. Только. Понимаешь? Большую роль играет именно качество панчи. Насколько обидно, насколько хлестко. Думаю, Шум, наверное. Но Vibe Hunter тоже молодец, отлично выступил. Угу, угу. Но я не знаю, может и нет. Сейчас посмотрим. Давай. Я вот пока 1-1 даю, потому что я только... Ну, я тоже 1-1. Я просто пытаюсь спрогнозировать, какой Шум, результат да? будет. Я мне тоже кажется, не могу никому первое место отдать мне пока. Мне кажется, они одинаковые друг с другом. Сейчас посмотрим. Ну, Шум, он, знаешь, он просто поагрессивнее сам по себе, да? Представитель Украины, представитель Киева, очень молодой МС, Гига Уман! Ну-ка, Гига, давай. Я скажу, ребята, одну хуйню. Во-первых, я прозреваю с того, как в Питере все происходит. Круто, Шума для себя, ребята. Круто, 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 круто! Во-вторых, скажу, что это был просто охуевший финал. Я кайфанул максимально. Диктатор, просто сумасшедший техник. Я уверен, что на видео будет все по-другому ощущаться. А, Vibe Hunter, God damn, извините, блядь. Еще раз. Ничего не было, блядь. Ничего не было. Точка. Точка, давай. Еще раз. Во-первых, я скажу, что Vibe Hunter сумасшедший техник. Ебануться просто. Он стелит по максимуму. Но, немножечко, блядь. Чуть-чуть вроде бы, но, сука, Шум разъебал, мое мнение вот такое. Ты так думаешь, да, тоже? Второй судья. Талантливый рэпер из Санкт-Петербурга. Стэдди! Принесите валидола. Ну, было очень жестко, было очень мясно. Весь батл во мне... Боролись два чувства. Сначала я думал, блин, ну Шум вообще мощно. Потом слушал, блин, он не хуже. И типа, и я не понимал, за кого отдал голос, отдать голос. Я до сих пор не понимаю. Но, наверное, для меня больше сыграла уверенность в себе Шума. Поэтому я отдам голос Шуму. Потому что Шум поагрессивнее, да? 2-0, ребята. Уже... Так, что же дальше? Рэпер. Кстати, согласна, что у Vibe Hunter у него действительно техника очень классная. Я хочу... Поэт! Финалист первого Fresh Blood. Эрнесто, заткнитесь! О, долгий финал, крутой финал. Первые два раунда, пожалуй, что довольно равные были. Вот, крутой панч про диктатора из ЕКБ. Вот, и хотя технически Ельцин не был диктатором, но все равно прикольно. Крутой панч про бочку и Диогена, кайф. Вот, и поэтому по первым двум раундам мне казалось, что все довольно равно, хотя уже было видно, что Шум как будто бы разгорается и делает гораздо более активнее, агрессивнее, чем это делал раньше. Вот. То есть да. это вроде бы фишка больше Vibe Hunter, то есть он больше делает на каком-то таком, на эмоциях, на крике, но ты в этом батле больше разгорался эмоционально, и в третьем раунде, очевидно, мне было вот, третий раунд точно был за тобой, если кто-то помнит еще третий раунд. Вот. И пятый раунд лиричный, мне кажется, что ты сделал прям очевидно круче, потому что, наверное, при всем респекте Vibe Hunter... Мне Vibe Hunter больше понравился вот именно в лиричном треке. Угу. Батле. Вот почему-то, не знаю я. И вообще он читает намного как-то техничнее, мне кажется, да. Ну, он мягче, конечно, мягче, ничего не скажешь. Это поагрессивнее. Тут большую роль играет агрессия, да, наверное? Не агрессия, а вот именно такое, подача, знаешь, такая. Подача угу. такая, да? Зашел на территорию, вот на это рассуждение лирики, не совсем его территория. Мне кажется, ты вот именно круто делаешь на эмоциях, на каком-то каче. Да. Поэтому третий и пятый, очевидно, отдал бы Шуму. В шестые раунды, пожалуй, тоже более-менее равный. И в целом я за Шума. Спасибо, пацаны. Ребята, следующий судья. Охуенно техничный МС. Граймер из Мурманска. Дима, шиш! Йоу-йоу, всем салют. Ну, на самом деле, я тоже из Мурманска, и по логике я должен топить за Vibe Hunter. В принципе, я так и делаю. Я топлю за Vibe Hunter. По самим раундам мне понравились очень сильно панчи Шума. Там было не только про бочку Диогена, там было еще про Ирак, США, и что он стреляет, да-да-да-да-да, стреляет за чужой счет.
Многие раунды были равные. Мне сложно. Я поддержу своего земляка Vibe Hunter. Yeah! Молодец, молодец. И последний голос, к сожалению, ничего не решающий, но все-таки организатор слова СПБ рвать на битах великий и ужасный Дэджейми. Говорящая голова в здании. Короче, типа. Первый раунд за Vibe Hunter, второй с небольшим перевесом за Шума. Третий с большим перевесом за Шума, четвертый не понял, примерно равный, пятый 100% за Шума и шестой не понял. Вот, ну нет, в смысле не понял ни слова, да, хотя тут по-любому низких частот очень много. Все судьи согласятся с тем, что ты слушаешь где-то, наверное, 60%, 70% может всех слов, потому что низкие частоты, чтобы толпа качалась, поэтому если вы думаете, что нам так же легко, как вам оценивать, нихуя это не так. Вот, теперь... Что я думаю по этому поводу? Чувак, фишка с красными глазами, лучше бы ты попросил берсерка тебя накурить, было бы трушнее, я думаю. Потому что он уже готовый стоит, вот. По поводу батла, ну, я думал с самого начала, как все это обозначить. Все шло к тому, что будет 4 голоса за Шума, и я подумал, что ты, чувак, не в сухую проиграл. Но за меня уже сказали, что тебе отдали голос. Абсолютно заслуженно, я считаю, Шум выиграл. Я что-то прям нервничаю, там прям действительно сухую, да, блин? Итак, ребята, что мы имеем в сухом остатке? Со счетом 4-1 в турнире 140 BPM Cup первое место занимает Шум! Ребят, я немножко расстроилась. Сейчас скажу. Окей. Теперь к приятным вещам. Сегодня мы дарим подарки от наших друзей Бинома. Это не просто подарки, мы дарим PlayStation 4 Pro. Если ты хочешь PlayStation, зарабатывай бабки на надежной торговой площадке Бинома. Участвуй в конкурсе и выиграй PlayStation. Ссылочка в описании. Эй, йоу, Шум, тебе PlayStation. Но это еще не все. Сегодня мы дарим подарки еще от других наших друзей. Те самые чуваки, которые мутят звуковые эффекты, обрабатывают звук на ваших любимых батлах. Это Sandbox Music Company. Мы дарим сертификаты на запись рэпа обоим участникам на студии Sandbox Music Company. Не обязательно записывать рэп. Можете прийти и захуярить на акулеле. Мне, в принципе, похуй. Вам вот эти сертификаты. Я даю. Мы дарим. Шум это Sandbox, они делали это звук нам. Sandbox, красавцы, блядь. Помимо всего прочего, мы дарим за первое место 70 тысяч рублей. И получает Шум. Пожалуйста, это котлета, скрученная котлета, чувак. Потрать ее с умом. Реально. И вот именно, на наркотики. Второе место Vibe Hunter получает 20 тысяч рублей. Потратить как хочешь, чувак. Мне похуй. Деньги — это деньги. Ребята их потратят, и эта победа останется как бы только в памяти и на видосе, который со временем уже люди перестанут присматривать. Хотел бы что-то поставить на полку, да? Чтобы ты лет через 10 такой шел по хате, увидел взглядом вот эту хуйню и такой: «Бля, пизда-то я вот в 2018 году их всех разъебал! Я был таким красавчиком!» Поэтому... Да ладно, ты уже отдал? Чувак, ты все испортил. Короче, да не, ничего страшного. Мы дарим вот этот метроном, который настроен на 140 BPM. Поставь на полочку, чувак, и вспоминай эту хуйню, потому что это реально круто. А теперь давайте узнаем ваше мнение. Как вам Vibe Hunter? А как вам Шум? Vibe Hunter! Шум! Всем спасибо, это был финал турнира 140 BPM Cup. Подписывайтесь на наш канал, на пацанов подписывайтесь. Увидимся на презентации нашего микстейпа. Подробности будут в нашем паблике. Эй, йо! Друзья, я хочу сказать тоже вот пару слов. Я с ними познакомилась. Конечно, мы сразу заговорили, что Шум немножко агрессивнее, да? Шум постарше. Да, он и постарше. Это тоже влияет, потому что если человек старше, это тоже влияет на то, как он себя чувствует. И, вообще, и читал он агрессивнее, у него больше секретов. А если, если говорить про технику чтения, Vibe Hunter лучше, наверное, даже. Да, действительно. Vibe Hunter, у него и голос другой, во-первых, да. Понежнее голос, да. У Шума и голос такой звонкий, да? Нельзя сказать, что Шум читает прям так, ну, легко, он все равно как-то напрягается. А Vibe Hunter, у него прям легко идет. Ну, ты кому дала первое место? Ну, ты говорила уже, что Шум, да, победит. Ну, это сказала. Я сказала, спрогнозировала это. Да. Я же смотрела батл. Я тоже это так немножко... Понимала, да, что Шум он покрепче, да, ребятки? Но я все равно Vibe Hunter тоже поддерживаю очень сильно, ребятки. У Vibe Hunter свои фанаты, да, тоже, да, он отлично выступил. Для меня, ребятки, я вот ставлю, да,
1-1, ребятки. 1-1. Я тоже 1-1. А вы как, друзья, ставите? Какой счет? Я 1-1. Я с ними познакомилась. Мне они оба понравились. Оба талантливые. Да, оба талантливые. Пока, друзья.